Всем привет, мои дорогие зрители, с вами Ориона, и добро пожаловать на мое нубское выживание по игре Rim World. Либо же я загублю эту колонию, добью ее, либо же все-таки мне удастся ее вытащить. Ух ты, подарок от фракции. От фракции Энтерлиум. Ого, 9 медикаментов? Серьезно? Так щедро? Ой, спасибо, спасибо тебе, мой дорогой, или ты, девочка, спасибо тебе, моя дорогая. Надо же, 9 крутых медикаментов, у нас, по-моему, ни одного такого нет. Надо сразу же забрать, унести под крышу, на склад. Места на складе нет, сейчас я расширю место. Так, расширить область. Бардак, конечно, жуткий, надо уже переселяться в скалу. Потихонечку я там помещение себе откапываю. Сейчас еще назначим проекты, приказы копать. Сделаем в этой области небольшую комнатку 4 на 4. Отличненько. И с этой стороны комнатку 4 на 4. Промахнулась. Здесь отменить. И можно поставить один аккумулятор. Это у нас энергия. Аккумуляторы. Отличненько. Дальше. В прошлой серии я все время готовила на костре. Давайте-ка мы отменим готовку, хотя у меня плита была построена. Я совсем забегалась и забыла, что у меня есть плита. Приготовить простое блюдо, повторять до 10 штучек. Приготовить вкусное блюдо вряд ли нам. Такая роскошь сейчас позволительна. Еда скоро кончится, потому что нужно еще кормить животных. Животные тоже кушают мяско и нашу приготовленную пищу. Энджи спокоен, я спокойна. Да, в прошлой серии мы потеряли одного колониста, очень хорошего колониста Харви, потому что наши колонисты были в стрессе, распсиховались. И получается, Энджи, по-моему, забила Харви насмерть дубинкой. Так, пойду-ка я заберу эти медикаменты перенести, потому что они лежат на улице и портятся. Гости к нам приходили. Все отлично. Фауна. На карте всего лишь белочка и крыса бегают. Ладно, поохотимся на них. Больше не на кого охотиться. Животных нет, потому что кушать нечего. Очень холодно. На улице минус 28 градусов. Так, тут что-то еще лежит, я вижу. Серебро. Заберем. И хороший лук. Хороший лук. Даже не знаю, понадобится он мне, не понадобится. Эми у нас не дерется. Энджи, у нее дубинка, но она не любит оружие дальнего боя. Так что ей ничего выдавать не будем. К тому же у нас есть еще один пистолет плохой. Остался плохой пистолет. Кровать можно перенести. Тут есть дополнительная комнатка, я строила в прошлой серии. Можно ее для заключенных оставить, вот. Так, перенести в эту комнатку, ну или какому-нибудь колонисту выделить, посмотрим, как получится, как пойдут события. Это дело разобрать, нам уже не понадобится. Здесь я хотела сделать кухню, но это в будущем, сейчас пока не до кухни, сейчас бы как-нибудь выжить. Нам нужно больше еды, ускоримся, нам нужно больше охотиться. Древесина есть. Древесина закончилась. Сейчас порубим дерево. Дерево у нас тут в достатке около дома. Рубить, рубить. Я выбираю специально вручную. Я знаю, что можно проекты, приказы срубить, выбрать. Но я выбираю вручную, чтобы выбрать самые выросшие, самые толстые деревья. Электричества не хватает. А, электричества не хватает, потому что у нас вырубился генератор. Да-да-да, сейчас будет дерево, сейчас будет топливо. Белочку убили, вижу. Тащим белочку. Фауна, заяц появился, охотимся. Убиваем всех, пока что всех. Нам бы только пережить эту зиму. Как только переживем, все будет хорошо. Летом и весной мы сможем садить урожаи. Черт. Кто-нибудь заправьте, заправьте генератор, иначе замерзнем. Минус 17 градусов внутри помещения. Эми, чем занимаешься? Социально расслабляешься. Заправь костер. Ой, костер, генератор. Пожалуйста, побыстрее. Чтобы помещение успело нагреться. Отличненько.
Эми тренирует Варка. Варк у нас уже почти обучен, да? Да, почти обучен полностью. Можно еще его на спасение натренировать. Муфала скушала нашу еду, мне аж тяжело на это смотреть. Но я хочу, ребята, чтобы Муфала выжили. К тому же по животным у меня есть одна беременная самочка. Муфала. Так, у меня вроде два самца. Одного самца можно будет забить на мясо. Вот оно, мясо кончилось. Фауна. Крыса еще появилась. Но есть крыс, есть зайчиков, белочек. Это все слишком мало. Слишком мало мяса. У нас тут крупные животные, три колониста. Муфала беременна. Еще и беременные муфала, уже две самочки. Так, муфала один самец, возраст 4 года. Жалко молодого самца забивать. А второй самец у нас возраст 6 лет. Вот этого самца я пущу на мясо, ребята, иначе мы не выживем. Мы его забьем и скушаем. У нас совсем нет пищи. Фауна. Да, только одна крысонька. Больше ничего и никого нет. Кушать нечего. Мы теперь будем потихонечку умирать от голода. Ну, еще пока не умирать, пока есть муфала свои. Но беременную самочку я не хочу резать. В крайнем случае зарежем еще одного самца. А потом весной, я думаю, муфала снова придут к нам на карту, мы приручим. Так, зайчика пошли готовить, разделывать. Кожа есть, все одеты в пуховики, да? Ну-ка, давайте-ка проверим вещи. Пуховик, пуховик. Еще бы сделать штанишки да рубашечки, было бы совсем замечательно. Шапочки никто не вяжет. Работа. Кто у нас портной хороший? Энджи. Энджи у нас умеет хорошо шить. Муфала забили. Идем разделывать. Молодчинки работают. Так, давайте-ка сделаем, наверное, штанов. Штучки два. Двое штанов. Да? Рубашка, футболка, штаны. Вот они. Две штучки изготовить. Ну и какие-нибудь футболочки, тоже парочку. А то, получается, колонисты бегают голышом просто в пуховичке. Футболка, штанишки, они тоже хорошо греют. Это у нас стол портного валяется на складе. Температура внутри помещения всего лишь 9 градусов. Не успевает нагреваться. Надо еще поставить обогревателей. У меня только один обогреватель, и он не справляется. Опять топливо закончилось. Эми, ты кушаешь? Кто у нас свободен? Так, я копаю шиферный сланец. Пойду-ка я заправлю генератор сначала. Две комнатки почти уже откопали. Проекты, постройка. Поставим здесь двери. Кстати, вот в этом месте теплее 16 градусов, чем здесь. Тут 6 градусов. Так что надо бы уже потихонечку сюда переезжать. Еще организовать полы. И будет замечательно все. Только из чего бы мне сделать полы? Наверное, из дерева. Побольше дерева нарубить. Срубить. 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 Да, надо больше древесины. Сделаем себе деревянные полы. Проекты. Покрытие. Дощатый пол. Ух ты, агрессивные животные. Где? Зайчик взбесился, видимо, от голода. Жрать захотел. Захотел отведать человеченки. Побежал. Побежал охотиться на меня. Так, зайчик, несмотря на то, что он зайчик, он может меня хорошо погрызть. Сейчас мы его прибьем. Энджи, иди сюда. Ты у нас с дубиночкой. Выходи. У меня есть пистолет. Натравим на него медведя. Ну, молодцы. В свою же постройку попали. Енот. Енот страдал от голода тоже и решил к нам присоединиться. Ну, ребят, енот — это бесполезное животное, да, у нас тут сейчас, по крайней мере, обучение. Обучить его можно только на натравливание, но он очень слабенький, поэтому мы его скушаем. Мы его зарежем сразу же и скушаем. С бешеным зайцем вы справились, молодцы. Теперь идите отдыхайте по своим делам. Температура 6-7 градусов. Так, давайте переезжать. Покрытие, дощатый пол.
дерева не хватает. Ничего, сейчас нарубим. Все будет хорошо. Потихонечку, потихонечку комфорт наводим. Потом кроватки перенесем. Генератор у нас не переносится. Придется разобрать, построить новый. Да? К сожалению, да, генератор нельзя перенести. Он у нас просто встраивается в землю, что ли. Что за звук? Я слышала какой-то писк. А, енота забили, все ясненько. Енот спал себе спокойненько. И его тихо, мирно прирезали просто во сне. Он даже не понял, что произошло. Фауна. О, олени пришли, ребята. Олени. Все, мы спасены. Мы теперь не умрем от голода. Охотимся на оленей. Главное только, чтобы это стадо не взбунтовалось. Потому что 2%, по-моему, шанс, да, что они на меня нападут. Фауна. Зайчиха еще есть. Но самое вкусное, самое главное, это то, что олени у нас теперь есть. Будет много мяса. Охотимся, охотимся. Нескольких уже подстрелили. Крушение капсулы, ребята, прямо около дома. К нам упал чувачок, космический беженец, возраст 31 год. Так, дальний бой, смотрите, какой классный стрелок. 11. Общение 6, медицина, неплохой медик. Ну да, неплохой чувачок, хотя недоступна умственная работа, животноводство, творчество, растениеводство. Но это не так страшно. Черты характера, аккуратный стрелок, эффективный сон. Да, хороший чувачок, надо его захватить, будем захватывать. Если его спасти, то он к нам не присоединится, он просто уйдет, по-моему, так. Поэтому надо его захватывать. Кто у нас самый лучший переговорщик? У нас ведет надзор, я веду надзор, да? Прокачано всего лишь на четверочку. Маловато будет, но по-другому никак. Итак, я его захватываю. Нет комнаты с безопасной температурой. А вот, вот, комнатку сейчас назначим. Отлично. Захватить. Брось оленя. Брось пока оленя, потом им займемся. Вот эти камни надо отсюда убрать, а то мы за них так запинаемся нехорошо. Сейчас я сделаю небольшой складик. Проекты, области, свалка. Сюда будем выносить камни. Животные еще будут помогать. Они натренированы на переноску. Так что, я думаю, тоже помогут нам переносить эти все камни, все эти обломки. Теперь надо найти здесь обломки. Вот они. Трупы убираем, обломки оставляем. Все, сделала. Теперь... перенести, убрать отсюда, это тоже перенести. Смертельные болезни. Так, тебя не перевязали, здоровье, кровотечение. Ой, елки-палки, а мы сейчас его спасти не сможем, не успеем. Врач, у нас нет врачей. У нас есть Энджи, но она плохо лечит. Очень плохо, и вряд ли она успеет его спасти. Лечить, но я попытаюсь. Давай, Энджи, вся надежда на тебя. Не успели, капец. Не успели. Вот так вот, похоронили по-быстренькому. Надо было его сразу лечить, пока он здесь лежал. Что-то я затупила, как всегда. Так, кровать пусть остается пока что для заключенных. Я забыла, что после крушения капсулы они там ранены с кровотечением. Вот такой вот косяк получился. Лишились такого хорошего колониста. О, внутри у нас уже температура 20 градусов. Отличненько. Помещение нагрелось. Это все из-за того, что здесь еще и костер стоит. Так, а в этом помещении температура тоже 20 градусов. Отлично, у нас везде тепло, хорошо. А, на улице, смотрите-ка, потепление. 13 градусов уже. 13 градусов. Тут минус 4 под крышей. Ну, это у нас такой холодильничек. Надо поставить вентиляцию, потому что скоро потепление. Ой-ой-ой, олень сходит с ума. Олень пошел мстить. А мы перестреляли уже все стадо, почти все стадо. Вот один остался. Нет, двое осталось. И они пошли мстить за свое стадо. Черт! Сражаемся. Так, медведица моя, беги скорее, помогай мне.
Не, мы его забьем. К тому же сейчас медведица его перехватит. О, в медведицу попало, да? Ну вообще косяк. Косяк, ты в кого стреляешь? Ёлки-палки. Уходи, убегай, 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 убегай. Убегай, затопчет. Блин, в свою же медведицу попало несколько раз, да? Здоровье. Огнестрельное ранение, X2. Три раза попало в ухо и в шею. Надо срочно залатать медведицу. Капец, вот такой вот я стрелок. Везде косяк на косяке, просто ужас. Просто страшно становится. Так, Энджи убегает. Работа, врач. Энджи, ты не убегай, ты давай иди лечи медведицу. Лечить, быстро, быстро, быстро. Так, куда она побежала, куда она ломанулась? А, она побежала за мной. Так, питомцы. Пока что я уберу эти галочки, чтобы она за мной не следовала, отлежалась. Надо ее перевязать, иначе она может умереть от кровотечения. Так, Энджи. Ой, Эйми тренирует ее, раненую. На переноску еще ее научить. На спасение можно будет в будущем обучить. Медведица очень хорошая. Все перевязали, кровь остановили, боль легкая, не страшно, выкарабкается, выздоровеет. Так, а я убила последнего оленя. Фауна. А нет, есть еще две оленихи, даже четыре оленихи. Налет. Налет. К нам идет толстый мужичок. Мужчина, бродяга фракции Черный Томагавк. Возраст 31 год. Вместе с остальным ножом идет к нам. Затворничество? Какого фига? Ты вышла из-под контроля. Он же сейчас тебя зарежет. Он тебя сейчас зарежет, почиркает. Блин, питомцы, медведица, не знаю, успеет ко мне прибежать. Или он сразу не будет нападать. Нет, пошел на штурм. А я здесь хожу в растерянности и не могу ничего сделать. Сейчас он меня нарежет, почиркает на кусочки. Да, неожиданно. Догоняет потихонечку. Сейчас будет больно, сейчас он мне пустит кровь. Все, начал резать. Попасть не может. Попал. Зараза. Ай-яй-яй, как больно. И медведица моя не бежит ко мне. Эми не дерется, Энджи. Энджи не успеет добежать. Не успеет. Зарежет он меня. Скотина такой. И все из меня выпало. Смотрите, он меня похитил. Он меня похитил, я попытаюсь сейчас отбить, но... Нет, 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 не похищай меня! Или я умру сейчас от кровотечения, быстрее, быстрее, догоняй, 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 догоняй! Врежь ему, врежь, еще дубинкой по спине! И еще по спине, врежь! Энджи, спасай меня! Унесут сейчас! Молодец, молодец, Энджи, давай! Еще пару ударов! Молодчинка, он уже замедлился! Отличненько. Теперь спасай меня. Так, спасти. Что у меня там? Здоровье, кровотечение от ножа, ножевые ранения. Да, кровотечение сильное. Может быть... Так. Проекты. Или я успею донести? Или поставить здесь какой-нибудь спальный мешок, спальное место кинуть и залечить на месте? Лечит у нас Эми. Ладно, отнесу. Спасти. Спасай давай. А Эми у нас захватит вот этого типа. Дальний бой. Ух ты, какой он классный. Недоступна умственная работа, но растеневод, горное дело. Хорошие задатки кулинара. Да, мы его сейчас захватим. Энджи. Захватить. Будет нашим пленником. Ножичек тоже заберем. Нет, ребята, все-таки не буду рисковать. Поставлю здесь спальное место. Мебель, спальное место рядышком. Назначу для себя. Теперь Эми бежит, а то просто очень далеко до дома. Я боюсь, что не донесу свое тело.
Так, спасти. Сейчас перебинтуемся. Куда, куда? Раздеть невозможно. Сейчас мы тебе назначим, Эми, лечить. Давай-ка подлечи мои раны, останови кровотечение, иначе помру. А потом надо будет унести. Так, Энджи, ты лечишь тоже, да? Молодец. Пленник, мы его будем вербовать. Сначала ослабим его сопротивление. Психологическое сопротивление 13, мы его быстро сломаем. Вот только, знаете, проблема в том, что охотиться я не смогу сейчас, я ранена. И не смогу охотиться. Здесь все кровью залито. Ну, в принципе, вот эти трупы, эти тушки можно будет забрать и какое-то время ими питаться. Ну-ка, здоровье. Да, перебинтовали. Отличненько. Все хорошо. А то, мало ли, пока бы меня несли до дома, я бы истекла кровью и была бы на грани. Потом пошло бы какое-нибудь заражение. Стой, 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 Эми, Эми, подожди. Подожди минуточку. Так, разобрать. Давай, спасти. Все, отлично. Пока что все хорошо. Выбрались из этой ситуации. Я думала, сейчас потеряем одного колониста. И будет еще хуже. Ситуация будет еще хуже у нас. Покрытие, дощатый пол доделать в этом месте. Снова некому заправить генератор. Эми спит, Энджи спит в стрессе. Эми, спокойно, давай-ка заправь. Невозможно заправлять, потому что нет древесины. Как всегда, чего-то не хватает. Так, выросшие деревья. Срубить, срубить. Скорее бы уже весна пришла, скорее, я ее так жду. Срубить, срубить. Все, дерево немножечко есть. Я снова могу ходить, но здоровье мое не очень. Торговец оружием хочет нас посетить. Но торговаться с ним даже не знаю, нечем. У меня ничего такого-то и нет. Инфекция заражения. У кого? У кого инфекция? А, я, получается, упала, меня схватил Варк и унес на кровать. Точно. Варк меня спас и унес назад на кровать. И я снова встала. Ёлки-палки, что ж ты встаешь? Потому что кушать хочется. Никто меня не покормит. Торговец пришел, верблюды. Верблюды прибиваются. О-о-о, нифига себе, ребята. У нас два верблюда. У меня никогда не было таких животных. Верблюды. Давайте-ка посмотрим, что из себя они представляют. Размер тела 2. Ну-ка, а если сравнить с медведицей? Медведица. Размер тела 2,15. Ну, практически такого же размера, как и медведица. Такие крупные животные. Обучение. Можно обучить только на преданность и все. Они, получается, у нас не обучаются. Даже не знаю. Зарезать их тогда, иначе они просто будут кушать нашу еду. Я не смогу прокормить столько животных, так что да, я их зарежу, пущу на мясо. Вот почему я все время бегала. У меня отдых стоял на двоечке. Теперь я поставила на единичку и буду отдыхать до полного выздоровления. Торговец оружием. Посмотреть бы, что у него есть. Так, меня кормят, за мной ухаживают. Риск серьезного нервного срыва, потому что холодно. Нужно заправить генератор. Срочно. Эми, спокойно. Давай-ка ты срубишь дерево. А, ты уже рубишь. Энджи рубит. Молодец. А, и куда ты понесла? Делать пол? Лучше бы генератор заправила. Это же важнее. Так, Эми, заправь, пожалуйста, заправь. Иначе мы замерзнем. У нас внутри температура минус 11 градусов. Так, сейчас помещение нагреется, все будет хорошо. Еще бы костер заправить, чтобы было еще теплее заправить. Но самое главное, ребята, у нас есть еда. Это самое главное. Кто у нас готовит? Кто у нас хороший повар? Эйби готовит. Я могу готовить тоже неплохо. Но я пока валяюсь, отлеживаюсь.
медведица выздоровела полностью, это хорошо. Верблюдов мы зарежем, а резать буду именно я, да? Потому что я животновод, я занимаюсь приручением животных, убийством животных. Надо бы их поскорее зарезать, иначе они сейчас будут очень активно съедать еду. Забить верблюда. Так уж и быть раненая, но поднимусь. Сделаю доброе дело. Или злое дело, даже не знаю. Забить верблюда, это, наверное, совсем не доброе дело. Так, этого тоже забить. Но по-другому, ребята, сейчас никак. Я им просто потихонечку перерезала горло, и все. Они не мучились. Они очень быстро умерли. И теперь ихнее тело мы скушаем. Мы сошьем себе штаны из верблюжьей шерсти и съедим ихнее мясо, накормим наших муфала, беременных самочек, нашего варга и медведицу. Торговцы ушли. Да, ушли. Здесь у нас бардак, везде кровь. Можно легко подцепить какое-нибудь заражение. Нужно прибраться. Уборкой заниматься некогда. Столько дел. Так, меня. Что со мной делают? Со мной общаются, по-моему. Просто пообщались. Развлекли немножечко. Пленник. Пленник. Пленником никто не занимается, потому что я валяюсь. По идее, я должна им заниматься. Но я все еще плохо себя чувствую. Здоровье. Боль сильная. Сознание ослаблено. Движение плохо. Работа плохо. Да, работать я не могу. Мне нужно лежать и отдыхать. Ну вот, ребятки, ситуация потихонечку выправляется. Одежду мы нашили. Во что одеваться есть. Кушать у нас. Покушать тоже очень много. Так, и нам еще оставили подарок. Это что такое? Уран. 18 штучек. Спасибо, спасибо, товарищи, господа, спасибо. Спасибо вам за такой подарок. Очень приятно, когда какие-то фракции дарят подарки. Ну что, давайте потихонечку переезжать. Или пока еще рановато. Здесь в комнатках просто у нас есть комоды, освещение. А тут пока что ничего нет. Надо сначала перенести мебель. К тому же я еще не выздоровела. Но мясо есть, все нормально, пища есть, отличненько. Пока можно не охотиться. Фауна. Горные козлы, белки, крысы, животные на карте есть. Мяско есть, гости к нам приходили. Наш пленник полностью выздоровел, полностью здоров. Камушек мы отсюда уберем, чтобы ему не мешался камушек. Внутри помещения у него 11 градусов, прохладненько. Немножко. Нужды его. Сон на холоде, неприятное место, в лохмотьях темно. Да, знаю, надо оборудовать твою комнатку, но пока что у меня нет такой возможности. Дровишек немножко порубили, дерево есть. Отлично, только еще не перетащили. А, потому что у меня склад заполнен. Короче, надо сделать склад. Проекты. Приказы. Копать. Выкопаем здесь помещение небольшое под склад. Хотя под склад надо большое помещение, но для начала сойдет и такое. Постепенно буду расширять. Склад немножечко увеличить, расширить область. У меня там еще пистолет хороший валяется, никак не могу его забрать. Думаю, почему животные не тащат этот пистолет, ничего не переносят, а потому что на складе места не было. Вот он, пистолетик замечательный, портится, лежит. Мое здоровье поправляется, боль уже легкая, движение чуть-чуть ослаблено, работа тоже немножко ослаблена. Еще немного полежать, и я выздоровлю, совсем буду здорова. Главное, что мне ничего не отбили, ничего не отрезали. Все остальное заживет. Так, я шапочку одела, или я была в шапочке? Давайте-ка посмотрим, все ли у нас одеты вещи. Пуховик, туника, шапка. Почему никто не одевает штаны? Потому что штаны плохие валяются на складе. Надо еще штанов шить. 4 штучки. Штанов надо больше. Энджи, вещи. А ты у нас в штанах, да? Все, я полностью здорова, я на ногах, могу...
заниматься пленником, разговаривать с ним, убалтывать его, ломать его психологическое сопротивление и охотиться. Теперь он будет скоро нашим. Нашим колонистам. Так, хорошие штаны, нормальные штаны, отличные штаны. Надо одеться срочно. Так, а чтоб одеться? Назначение. Управлять гардеробом, выбрать набор. Что угодно нам не сойдет. Рабочая одежда. Давайте сделаем новый набор. Будем одевать только от нормального до легендарного качества. Сейчас у нас зима, так что не все буду разрешать одевать. Например, штаны, рубашка, туника пусть одевают. Пояс, щит, этого у нас всего нет. Плащ запретить. Плащ у нас охлаждает. Куртка, броня, бронежилет, головные уборы. Ковбойскую шляпку запретить. Это у нас будет набор на зиму. Давайте мы его так и назовем. Или просто написать «зима». Это у нас будет «зима». Так, вязаная шапочка. Ну что у нас тут, ребята, охлаждает? Только плащ, по-моему, и только ковбойская шляпа. Все, да? Ну, по крайней мере, я больше не знаю, чтобы что-то еще охлаждало. Так что запрещаю вот эти вот два предмета. И все. Теперь ставим тут «зима», «зима» и «зима». Так, а почему тебя лечат самыми лучшими медикаментами? Ну-ка, Энджи, давай-ка мы тебе назначим травку. Здоровье лечить травкой. Травки пока что нет, но весной появится. Будем еще выращивать. Снаружи уже минус 2 градуса. Потихонечку теплеет. Скоро будет... А, уже весна. Марта-май. Уже весна, ребята. Скоро растает снег, и мы будем садить урожай. Первым делом, конечно же, надо будет посадить лечебную траву, побольше лечебной травки. И урожай. Да, клубничку посадим, картошечку, кукурузу. Будем вкусно питаться. Всю зиму мы прожили на мясе. Только мясо кушали. И животные наши тоже кушали блюда из мяса. Но, в принципе, почти все мы выжили. Питомцы мои, самочки. Две беременные. Ну, еще не скоро разродятся. Разродятся как раз, когда будет лето, да? Скорее всего. Пленник. Психологическое сопротивление 12. Да, медленно я его ломаю, потому что навык у меня не очень. Навык маленький надзора, всего лишь 4. Маловато будет, но быстрее никак не получится. Отношения с фракциями рушатся потихонечку, естественным образом. Скоро все станут нашими врагами. Врагов уже много, 2 только нейтральных осталось. Остальные все враги. Со всеми будем воевать. Потому что как-то задабривать кого-то, дарить подарки у меня особо возможности нет сейчас. Так, вот здесь я сейчас сделаю склад. Приказы. Нет, области. Склад. Еще один складик. Можно же скопировать, да? Ну-ка, копировать настройки. И сюда вставить. Вот, отличненько. Чтобы заново не назначать все, мы просто скопировали и вставили. Пока что все у меня без происшествий. Я потихонечку начала переезжать уже вот в эти комнатки. Перенесла сюда мебель, кровати. И еще начала выравнивать стеночки, чтобы потом по этим стеночкам была возможность провести вот этот вот электрический кабель. И у нас проблема. Совсем нет еды. Но к нам пришли моралы, целое стадо морал. Это разновидность оленей. Вот, за счет их мы будем питаться. Только нужно на них поохотиться. Но пока что ночь, мои колонисты спят. Пленник. Пленник все так же. Так, нужды твои. Голод, очень сильный голод, потому что если нет еды, надо как-то следить за тем, чтобы кормили пленника. Я заметила, что его вообще не кормят. Варк, умничка. Просто умничка. Видели, да? Железо тащил на себе. Молодец. Прямо на склад унес. Умничка, Варк. Так, вот эти вот камни надо перенести отсюда.
этот склад уже заполнен, все в камнях. Мы сейчас этот склад расширим, сделаем его побольше. Потом эти камни переработаем в кирпичи и сделаем покрытие на пол. Так, покушать, покушать. Я у нас главный охотник. Я занимаюсь сейчас тем, что уговариваю голодного пленника. Надо идти охотиться. Не поняла. Почему ты занимаешься строительством? Ну-ка, работа. Охотник, надзор, повар, животновод. А, у тебя нет оружия, ёлки-палки. Вот почему я не охотилась. Пистолет все тут так и лежит, никто его не принес. Взять оружие. Еще у меня стресс, я могу сломаться. Мне очень плохо. Но кроме меня никто больше охотиться не будет. Так, питомцы. Где моя медведица? Медведица, медведица, вот она. Обучение назначено ты мне. Все отлично, она будет за мной следовать, когда я пойду на охоту. На всякий случай, потому что если эти олени взбунтуются, пойдут в атаку, то медведица меня сможет защитить. А иначе они меня напинают. Все, несем добычу, несем покушать. Правда, этого будет мало. Один горный козел на всю колонию, учитывая животных. Так, пленник, держись. Держись, скоро мы тебя покормим. Так мало мяска? Маловато. Риск серьезного нервного срыва. Еще один козлик. Забили быстренько, несем домой. Повар сейчас приготовит. Да, молодчинка приготовил. Сейчас сожрут. А, муфала сожрали. Ну, это беременные самочки, им надо кушать. Кушать-то больше нечего. Эми, я понимаю, что ты очень хочешь спать, но давай-ка ты приготовишь нам покушать сначала. Надо покормить пленного, он очень голодный. Я боюсь, что он помрет. Стой, 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 стой. Готовить. Готовить, готовить. Побольше еды. Немножечко поработаешь, она, в принципе, довольна. Хорошо себя чувствует. Нужды. Не сильно уставшая, так что нормальненько. Все, покушать у нас есть что. Пленника мы сейчас покормим. Так, ну куда ты побежала? Я надеюсь, пленника кормить? Да, молодец. Все, пленник сыт. Мы его уговариваем снова. Нужды его, настроение поднимается. Не очень красиво, темно, но пока что электричество мы сюда еще не провели. Надо сначала выровнять стеночки, потом красивенько кабель провести по этим стеночкам. Вот так вот я планирую. Еще меня очень пугают, что когда мы, получается, закапываемся в гору, то могут появиться жуки. Мне вот интересно, если помещение хорошенько осветить, если построить там полы... Так, у нас раненый беженец. О, нет, ребят, это на карте, да? Нет, 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 я не смогу ему помочь, это будет поход в один конец. Кто его охраняет? Сейчас посмотрим. Угрозы неизвестны. Какой-нибудь механоид попадется, и все, это конец. Воевать могу только я, но я сейчас занимаюсь охотой. Если я куда-то уйду, то мое поселение умрет от голода. Так что нет, ничем помочь не смогу сейчас. Я не в той ситуации, чтобы кого-то спасать. У меня еще и пленник здесь, за которым надо ухаживать и смотреть. Но, в принципе, у нас все хорошо сейчас. Мы пережили эту зиму, почти пережили. Животные на карте появились, много животных. С голоду мы точно не помрем. Если ничего такого серьезного не случится, какой-то катастрофы, то мы выживем и будем потихонечку развиваться дальше. Ну, а на этом я буду с вами прощаться. Всем хорошего настроения, до новых встреч. Пока-пока.